Девчат, привет! Вчера вечером поздно вернулись из Хорватии, из поездки. Шикарная поездка была, конечно, я обожаю эти места. Мы каждый год стараемся туда ездить на конец октября, начало ноября, когда сезон трюфеля. В общем, красивые места, природа, и эта поездка меня просто заряжает энергией. Я понимаю, что чем больше я сама себя узнаю, чем больше мне лет, тем больше я осознаю, что ничего меня так не заряжает энергией, как контакт с природой. Прогулки, лес, море, камни, скалы, поездки на велосипеде. В общем, просто максимально быть на природе. В общем, поэтому я тоже сегодня как бы первый день дома, полдня разбирала чемодан и так далее, а потом говорю, нет, я должна выйти в парк, хотя бы просто выпить кофе в парке, погулять и просто опять заземлиться и контакт вернуть с природой. Кстати, всем советую, это прям такой первый number one must have от депрессии, от такой осенней хандры какой-то, апатии, вообще для ментального здоровья. Прогулки в парке, на природе. Всем советую. Ладно, это тема другого видео. А сегодня про тематику, о которой вы просите у меня часто. И я все никак не доходят руки это снять. И вот сейчас села с кофе в парке и думаю, все, это тот момент, снимаю для девочек. Вы просите, спрашиваете, где я в основном заказываю свои ароматы. Итак, девчат, у меня есть несколько мест. У меня есть сайты, скажем так, когда я в Украине, у меня есть, когда я в Молдове, и у меня есть вообще из Америки. И сейчас постараюсь все разложить по пунктикам. В Украине, где надежные, проверенные места, где я знаю, что точно не фейки. Это Бракард. Это магазин и физический Бракард, у меня там большие скидки, и на сайте можно заказывать Бракард, тоже использовать свою промо-скидку. Иногда у них прям супер цены, иногда на некоторые вещи, но это достоверная парфюмерия. Дальше. Из физических магазинов, ну это уже Ароматека, вы знаете, да, Бракард вы знаете. Примерно вот и все, наверное, раз-два я обчелся физических, потому что я по физическим не часто хожу. Дальше, из онлайн, это опять же Бракард сайт, это мейкап. Мейкап это мой номер один, где я всегда проверяю, когда я что-то проверяю первый раз, я сразу захожу на мейкап. Если оно там есть, скорее всего, я его закажу на мейкапе, потому что обычно и цены лучше, и доставка быстрая, и это 100% достоверные, ну как это, не достоверно, как оригинальные парфюмерии. Я знаю, что про мейкап слышала какие-то там теории, что это фейки, подделки, в общем, ну, я не могу давать гарантии, но я, наверное, заказала 50-70 ароматов на мейкапе, подделок у меня не было ни разу, поэтому, ну, и я знаю, как работают ребята на мейкапе, я знаю, как они привозят, откуда привозят, где закупают, ну, их нету, в общем. Это, наверное, запустили, не знаю, то ли конкуренты, то ли какие-то магазины, которые продают дороже и мейкап им перебивает клиентов, не знаю, в общем. Короче, мейкап, обычно у меня это первое, потом сайт Бракард, как я уже сказала. Потом кремчик, сайт кремчик, я обычно там смотрю обзоры, читаю, сравнения и так далее. Заказываю пробники от Леванты, но часто на кремчике заказываю не только от Леванты и пробники, а и секонд-хенд флаконы, например, после кого-то. У кого-то из девочек, да, кто пользовалась этим ароматом, наверное, не знаю, там половину использовала или там три пшика, поняла, что не ее аромат, и она продает. Я сама так продаю на кремчике часто и покупаю много всего на кремчике тоже так, потому что иногда мне просто хочется на тестирование, я беру какой-то у кого-то флакон, который не законченный, да, там, не знаю, осталось 10, 20, 30 миллилитров, и это тот же самый от Левант, просто в реальном флаконе, ты его можешь и в видео показывать, и тебе им приятнее пользоваться, ну, в общем, есть свои плюсы и минусы, и ты знаешь, что этот парфюм не пропадет без дела. Для меня это тоже очень важно, я люблю заканчивать вообще все бутыльки, баночки, все я люблю заканчивать, а не просто выбрасывать там недобитые, незаконченные, поэтому для меня это тоже как бы, ну, такой плюс.
Что еще? А, на кремчике вы тоже все, что вы покупаете у девочек, у мальчиков, у кого-либо, вы знаете, что вы 100% это проверенное. Там есть, как они называются, модераторы, которые проверяют каждый аромат, который поступает на сайт. Я сама знаю, потому что когда я выкладываю что-то, это там проходит такая подборка, что пару раз было, что они были не уверены, несмотря на то, что аромат был подлинный, я это знаю, я знаю, где я его покупала. Но они были не уверены, они мне не разрешили его выкладывать на сайт. И для меня это огромный плюс. Это значит, что все, что выложено на сайте, это, ну, 100 раз проверено. Дальше. Дальше в Украине примерно все. А, пару раз заказывала, нет, не пару раз, 5 заказывала на сайте Lagrand. Lagrand.ua, по-моему. Там я заказывала какие-то ароматы более редкие, которых еще на мейкапе, на брокарде, на кремчике не было. Lagrand.ua и тоже достоверные, подлинные, оригинальная парфюмерия. Настоящее. Что еще? Наверное, по Украине все. Наверное, по Украине все. В основном, если пробники или секонд-хенд, это кремчик. Кстати, на кремчике есть еще и полноразмерные новые флаконы. Покупала и их много раз. На кремчике есть часть, например, вы вводите какой-то аромат. Там есть предложение с витрин, просто пользователей. А есть еще наверху, если этот аромат есть на самом складе кремчик, он будет наверху еще там 50 мл стоит столько, 100 стоит столько. Вот это именно ароматы полноразмерные, в коробках, новые и так далее. Уже все остальное это просто уже разливайки, отливайки. Но тоже достоверно. Надеюсь, не запутала. Дальше. С Украиной, наверное, все. Потом из Америки. Часто заказываю что-то, если есть на Sephora, заказываю с Sephora. Если есть на FragranceNet, заказывай на FragranceNet. Там часто есть купоны, не часто, а всегда. Вы автоматом ставите этот купон в шоппинг-карт, и у вас, ну, выходят хорошие цены. Но на FragranceNet я заказываю часто какие-то такие люксовые ароматы. Иногда нахожу какие-то снятости, редкости, но не нишу. Нишу я там находила очень редко. А, еще сайт Natina, вспомнила. Natina тоже достоверная парфюмерия. Заказываю в Украине часто. Я сравниваю, что там, ну, что выгоднее на мейкапе, что выгоднее на Natina. Обычно это вот эти два. Чаще на мейкапе. Но иногда бывает такое, что на Natina дешевле. Они тоже привозят из Польши, по-моему. В общем, все достоверное. Так, с Америкой. Это Sephora, это FragranceNet. Это где я заказываю. И это сайт Scentbird, где сайт подписка. Я подписана, и там у тебя или один аромат в месяц, или 3 пробника по 10 мл в месяц. Ты выбираешь, какие из всего, что у них есть на сайте. Они тебе доставляют именно эти ароматы, которые ты выбрал. Получается такой, как бы, типа отливанты, но с подпиской ежемесячной. И там же можно и полноразмерные покупать. Что еще? Все, вроде бы все. И в Молдове, с тех пор, как я в Молдове, это опять же makeup.md. И все. И то, что я заказываю с Америки и доставляю из Америки. Кстати, все, что я заказываю с Америки, я доставляю в Молдову через Bayshop. Я поставлю линк внизу, может быть, оно и в Украину доставляет, я не знаю, проверьте свою страну. Но в Молдову, например, это выходит намного быстрее и намного дешевле, чем Mist, которым я пользуюсь лет 10, наверное, последние. Вот полгода, как я узнала про Bayshop, пользуюсь только им, и намного дешевле и быстрее. Что еще? Ну, вроде бы все. В Молдове примерно... А, из физических магазинов в Молдове мне нравится Aromateca. Они в Моле, кто в Кишиневе, они в Моле на Виадуке. В Моле внизу на первом этаже возле Тукана, напротив Тукана. Там есть парень, Лилиан, я с ним обычно, и девочка Вероника. Я с ними обычно как бы всегда консультируюсь, покупаю все у них. У меня там тоже есть большая скидка уже. Скупила у них полмагазина. Еще есть нишевые бутики по Кишиневу, но очень маленькие, а здесь в Aromateca ассортимент очень большой. Что еще? Вот примерно и все. Иногда там какие-то редкие находки. Там, ну, например, я была в Дубае, или я была в Хорватии, сейчас зашла в нишевый парфюмерный магазин, или я была в Каннах, в Ницце. Какие-то такие маленькие нишевые бутики. Вроде бы все, надеюсь, ничего не забыла, но я уверена, что что-то забыла, но просто не могу вспомнить, что. В общем, если я позже, когда буду выкладывать это видео, что-то еще вспомню, я добавлю к этому видео или под видео.
все эти места, о которых я говорила только что, они все, ну, просто ручаюсь за каждое, потому что в моей коллекции, наверное, больше 300 ароматов, и у меня было только несколько фейков, и то это были другие места, другие сайты, другие люди, с которыми я сразу, мне было понятно после первого, что это не оно. То, чем делюсь, то все достоверно, 100-500%, как говорят мои дети. Все, девчат, надеюсь, вам эта информация будет полезна. Вспомнила, что забыла. Вспомнила, что забыла. Гениально. Вспомнила, что забыла вам рассказать о том, что на Sephora я покупаю не только полноценные ароматы, а и наборы интересных пробников бывают на Sephora. Например, Sephora создает сет там топ-10 ванильных ароматов, да, самых популярных с Sephora. Или там топ-10 ароматов на тему цветочную, или розы, или там еще чего-то. В общем, они иногда создают такие тематические миксы, и там получается там 10, 12, не знаю сколько пробников, и гифт-карт. Получается, ты за эти деньги покупаешь, ты пробуешь все, что ты пробуешь, и потом в конце используешь этот гифт-карт или в реальном магазине Sephora, или же онлайн, как делаю это я, если я не в Америке, и заказываю себе тот аромат, который мне из этих понравился, уже в нормальном объеме, да? Так, это одно. И плюс я забыла вам рассказать про сайты самих парфюмерных домов. Например, Fragrance Dubois. Я заказывала на сайте Fragrance Dubois. Mise en Cire. Также заказывала на сайте Mise en Cire. EBK, да, сайт, о котором, ну, я нигде не могла найти парфюмерию EBK, заказала на их инстаграме у бренда EBK. Ты там пишешь, что ты хочешь, тебе пишут, присылают прайс, ты оплачиваешь, они присылают. В общем, если я не могу найти, скажем, на Makeup, Notino, Bracard и так далее, Lagrand, то уже это, как в последнюю очередь, я зайду на именно сайт этого бренда. Почему в последнюю? Потому что, не знаю почему. Ну, потому что сложно, потому что, когда ты заходишь на какой-то там мейкап, то ты вместе с этим заказом можешь еще там чего-то добавить, да, в корзину. А так, с того сайта ты закажешь только этот один аромат, который ты хочешь, и все. Но, заказывая на сайтах именно брендов, очень часто вы можете их или спросить, или добавить к себе в заказ еще какие-то пробники. Иногда бесплатно, иногда платно купить, да? Также, например, я на сайте Le Labo. Я заказывала аромат на оригинальном сайте Le Labo и добавила себе за деньги, по-моему, еще там какие-то, которые мне было интересно попробовать, там, не знаю, 5-6 пробников, которые я купила, а потом они мне еще штук 8 добавили сами бесплатно, которые они посчитали к заказу. В общем, я к чему, что когда, если вы заказываете с оригинальных сайтов, не оригинальных, а сайтов производителя, то, что я имею в виду, то там всегда вы имеете опцию, почти всегда вы имеете опцию добавить еще какие-то, или докупить, или добавить, просто, например, на сайте Каяли то же самое, Huda Beauty заказываю и добавляю тоже какие-то там сэмплы, пробники, тестеры и так далее. Вот и все.